Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуку Фэмили, и если вы видите это видео, ой, какое видео, стрим, я уже запутаюсь, видео, стрим, премьеры, миньеры, в общем, у нас уже на счету четвертая часть, сломанный меч, ангел смерти. То есть Broken Sword, Angel of Death. Вот. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее. Приглашайте друзей, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Вот, а мы, в принципе, приступим. Всем приятного просмотра. Полный, как говорится, вперед. Погнали, ребят, посмотрим, что ждет нас в этой интересной части. Который тоже в полном 3D, но уже посимпатичнее с графикой. Надеюсь, вам будет интересно. Я играю игру первый раз, поэтому будут первые впечатления о сюжете. Погнали! Улыбается старик, жертву девственницу принес, и девственница улетела вершить зло. О-хо-хо-хо-хо. Да будет свет, сказал Нео Тамплиер. Да, как обычно, хардкор. Она что, переродилась, типа, или что? Непонятно. 3 года назад. Что же было 3 года назад? Они нашли вот этого самого скелета, да? Нью-Йорк, Нью-Йорк. Где еще, где действия не будут происходить? Конечно же, в Нью-Йорке. Да. Вот и Стобарт. А это кто такой? Не знаю, босс, наверное, тут работает. Думаешь, он вооружен? Не, это офисная крыса. Сам ты офисная все крыса, готовы. Бандюк. Ага. Бандюк, говнюк. Смотри, не прокались, Тони. Ага. Спокойно, босс. Версия. Я спокоен. Тони Версети, ребята, блин. Приступаем. Вот наш новый напарник, да? А где же наша пицца? Пицца отменяется, пока мы не отдадим долг Морту. Ха, забудем об этом. Эй, вкусно пахнет. У тебя гости. По делу? Надеюсь. А ты о чем подумал, а? Я что-то не понял. Да уж. Да, чем могу помочь? Мистер Стобарт? Это я. Слава богу. Я думала, что вас не дождусь. Сюда нелегко добраться. Мистер Стобарт, мне нужна помощь. Хотите нанять адвоката? Нет, адвокат ни к чему. Видите ли, есть люди. Они гонятся за мной. Меня хотят убить. Если они найдут меня здесь, захотят убить и вас. У меня есть один манускрипт и... видите ли, мисс... Анна-Мария. Анна-Мария, вы в адвокатской конторе. Я юрист, а вам нужна полиция. Но у меня нет времени. Леди, поверьте мне, время всегда есть. Время, чтобы надрать задницу, да? Теперь вы мне верите? Это те самые люди. Да, если мы сейчас не скроемся...
Да тебя никто обманщицей не называл, женщина, блин. Вы с ума сошли? Нас же убьют. Должен быть другой путь. Да что ты так долго говоришь, алё, мужик? Моя верная складная клюшка для гольфа. Господи, вот это меня и бесит, когда он все просто действия комментирует. Джордж, это мы, в принципе, и так поняли. Дверь заела. Нужен какой-то инструмент, чтобы ее открыть. Да ладно. А я будто не знаю, да? Что тебе нужен инструмент. Открывай. Так. Вы же специалист по таким делам. Нет, больше нет. Я завязал. Скажите это им. Непременно. И что нам теперь делать? Надо подумать. Подумать. Двигай, что думать-то? Надо просто сваливать. По-добру, по-здорову. Так. Сейчас, секунду. Тут просто стараюсь с выключенным светом все проходить, чтобы было хоть какое-то состояние этого погружения. И забираться. Мы можем выбраться отсюда? Не знаю. Хотите спуститься? С ума сошли? Именно. Не думаю, что мы надолго останемся вдвоем. Что вы им сделали? У меня есть манускрипт. Они хотят его заполучить. Дайте догадаюсь. В нем не стихи. В нем рассказано о месте, где спрятано сокровище. Великолепно. Мог бы сам догадаться. Он передавался в моей семье из поколения в поколение. Я начала его расшифровывать, и вот я здесь. Ну, спасибо, что втянули меня во все это. И где мы? Не знаю. Я сам тут впервые. Это лифт. Странно, кто же его вызвал? Как кто? Те, кто за нами гонится? Долго я не продержусь, Джордж. Нифига ты здесь сильная бабёнка вообще. Так, опять клюшка, да? Должно помочь. Моя клюшка удивительно многофункциональна. Спасибо. Отличная идея. Да уж, остроумно, да? Может быть, остроумно, но... Так, что тут внизу? Эй, Сильвио! Помоги мне открыть дверь! Да, не очень хорошая идея. Должен быть другой путь. Будем надеяться. Да-да-да, окей. Ну, сюда давай, ёпарасоте, Джордж из джунглей. Так. Тоже, блин, сокровища, блин, а-ля, как будто опять этот... Найтан Дрейк. Эй. Куда ты пошел? А, понятно. Пока курсор наведешь. Что-то не поддается. Да, я это уже понял, прикинь. Помоги мне снять решетку. Быстрее. Хорошо. Давай. Тяни. Серьезно? Ты будешь тянуть, нет, Джордж? Тяни, говорю. Ёпарасоте. Вот его кривота, блин, вот реально кривота вот в таких играх. Пойдем, тут можно вылезти. Она вообще мешает, отвечаю. Ну, перебирайся как бы. Бесишь. А ты с нами пойдешь, девушка?
Девушка, девушка, девушка одна. Так, погнали. Конечно же, покажут крутой момент, типа вот. Блин, ну то, что курсором наводить на объекты, блин, ну как-то коряво они это сделали, блин, вроде 3D. Так. Дум-дум. Дум-дум. Так. Где там это, как ее, супер, что-то, а, она еле замет. Не понял нифига. Я туплю, надо... Блин, надо назад вернуться. Надо было ящиком это, клюшку освободить. Да что ты будешь делать, Вася? Ты лишний раз спускаться вниз. Это жесть. Ну. Блин, а я что-то не сразу понял, что нужно, короче, ящик тот перетащить к лифту. А я такой думаю, где моя клюшка? Где моя клюшечка? Многофункциональная, как это. Как клоунский нос прям, да? Да-да, чувак, бей. Какой-то слабый ты. Даже Джордж не особо такой. Отсоединись отсюда. Пролезай. Капец. Не туда пошел, алло. Джордж. Понятно. Что он просто уже не хочет таскать, да? Такой, ну нафиг тебе. Я не хочу таскать, я хочу это. Так, стоп, 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 стоп. Сюда, да? Давай. Что ты будешь делать, Джордж? Пусть теперь кто-нибудь попробует вызвать лифт. Забирай клюшку. Удивительно, что он не прокомментировал что-то про клюшку. А то я ожидал, что он как-то шутканет по поводу этой клюшки. Давай. Да ёпарасы ты, ну... Вообще, в принципе, они начало сделали это. Неплохое. Для квеста. Как начало, довольно это. Неплохо, как по мне. Так. Эй. Забирайся, Джорджик. Как любят все говорить. Джорджик, мой любимый Джорджик. Так, подожди. А где? Здесь, да? Так. Она светится, нет? Ага. А она перелетит? Держись, Анна-Мария! Сейчас придумаю, как тебе перебраться. Ну, естественно, Джордж не может ничего придумать, как ей перебраться, да? А, стоп, подожди. А лестница вот эта, в смысле? А почему? А типа, понятно, я походу не могу ей ничего сделать, да? Нужно вытащить оттуда Анну-Марию. Я не могу ее бросить. Я понимаю. Подожди. Ага, в смысле забирайся на погрузчик? У меня даже... Вот оно чё, ну давай.
Я что-то кнопочку не заметил. Ну, конечно, и полегче будет. Давай, тащи задницу сюда. Эй, Анна-Мария, теперь ты можешь перейти на эту сторону. Давай. Спасибо, Джордж. Главное, чтобы они не смогли пройти за нами. Я и сам об этом подумал. Идем. Надолго это их не остановит. Я в курсе. Знаешь что? Может, у нас и получится. Я тебя недооценивала. Многие совершают эту ошибку. Вас можно нанять? Смотря сколько заплатите. 10 тысяч сразу, еще 10, когда расшифруете манускрипт. Договорились. Один вопрос. Почему я? В манускрипте много средневековой символики. А вы ведь разбираетесь в этом, да? Можно сказать, что это моя специальность. Вы не пожалеете, мистер Стобарт. Давайте перейдем на «ты». Хорошо, Джош. Но скажи мне, как мы отсюда выберемся? Я что-нибудь придумаю. Ага. Было бы реально так просто что-то придумать, да, Джордж? Понятно, явно, что он туда не перепрыгнет, да? Чего? А, карнизы, что ли? Где голуби? Подожди. Или как? Подожди. И... А чё там? А как подняться? Вопрос, подожди. А, вниз надо было нажать. Что? В смысле? Подожди там, и я как-нибудь переберусь обратно. Да, сейчас какая-нибудь... Они поднялись тут! Аля, они бегают, эти чуваки, сюда. Так что мы не зря ту херню сделали. По факту. Так, подожди, отцепляйся. Так, подожди, а чё тогда нам надо делать? Ну, допустим, мы ту херню сделали, а дальше чё? Сюда, что ли? На туре? Так, ладно. Давай к стене. Пока все понятно. Но не факт, что идеально все получится, как по мне. Я помню, что тут какая-то есть, как сказать, загвоздка, что ли. Ну да, по сути, загвоздка. Да ёпрос это, ну камера, конечно, говно тут, не спорю. Я не знаю, как с такой камерой вообще убегать. Так, стоп. Еще вниз есть, серьезно? А чё внизу? Там же, по-моему, это. Ничего, да? Дверь не заперта, но что-то придвинуто к ней с той стороны. Ладно, Джорджик, я понял. Понял я тебя, сэмпай. Так, подожди. Здесь где-то что-то может, например, допустим, обвалиться, да? Так, стоп. А, вопрос, нахрена ты спустился сюда? А сюда надо было спускаться, Джордж? Нет? Подожди. Да ну нафиг. Они же все оголенные, типа провода.
Не, мне кажется, туда пока нельзя. А... Подожди, а почему тогда... Нельзя на эту балку? Вот почему? Он же может физически перепрыгнуть. Значит, не здесь, потому что здесь в основном это. Так, а что тут тогда? Подожди. Стоп. А, выключить электричество? Серьезно? Рубильник сам включается. Труба его здорово задела. И что, теперь трубу взять? Что ли? Эта труба проржавела насквозь. Неудивительно, что она сломалась. Блин. Не хочу рисковать. Слишком много дыр. Блин, я понимаю, что ты там не хочешь рисковать, но что делать, я не пойму. Чем можно? Это неправильный подход. Я в курсе, что это неправильный подход, Джордж. Но тебя там током долбанет, шарахнет, наверное, и все. А, подожди, выше там же. Стоп, перепрыгнуть можно, что ли, если повыше забраться? Не пойму, откуда мы пришли? Серьезно? Даже что? Куда ты пошел? Алло? Не, мы перебрались, перетащились... Стоп, там что-то было или мне показалось? А, отвязать. Хорошо, веревку мы отвязали. Чё? А, подожди, теперь. Теперь можешь перебираться ко мне. Спасибо. Отличная идея. Окей, погнали. Ты идешь с нами? Алло, алло. Дэйбочка. Так. А, теперь она будет держать рубильник. Правильно? Я правильно логику понял, да? Попросить ее. Так, подожди. Давай. Подержи рубильник, хорошо? Хорошо. Во! И зачем ты меня заставил это сделать? В смысле, ты дура? В смысле, зачем? Подожди. А! Ну попроси, алло. Стоп, иди сюда. Подержи рубильник, хорошо?
Хорошо. И зачем ты меня заставил это сделать? Ты дура? В смысле, зачем? Меня током сейчас долбанет. Зачем? Тебя как бы не интересует ситуация, что тут электричество, нет? Или тебе вообще насрать, что тут электричество? Пойдем покажу. Охереть, блин, логика. Пойдем покажу, если ты такая неадекватная, алло. Вот, смотри, блин. Гад. И как мне теперь ей сказать? Блин, меня сейчас реально током шандарахнет. Ну, алло, Джордж, какого хрена ты тут тормозишь? Алло. Да, я теперь понимаю, почему кое-какие ситуации тут реально неадекватные просто. А куда ж ты идешь? Ну сюда иди. Пойдем покажу. Так. Похоже, так можно вырубить электричество во всем здании. Да ладно. Приходится все время держать рубильник. Подержи рубильник, хорошо? Хорошо. Ну давай, сваливай, алло. И зачем ты меня заставил это сделать? Анна-Мария, никогда не мог бросить даму в беде. Блин, смотри. Рубильник сам включается. Подержи рубильник, хорошо? Хорошо. И зачем ты меня заставил это сделать? Почему ты его отпустила, вопрос? Как мне быстро спуститься? Я ж не спущусь. Блин, ну серьезно, на этом моменте тупо застрять, да? Серьезно? А как это пройти? Как этот тупой момент пройти? Она рубильник не хочет держать, эта тупая дура. Подержи рубильник, хорошо? Хорошо. И зачем ты меня заставил это сделать? В смысле, зачем? Ты в курсе, что меня током шандарахнет? Ты тупая сука. Меня током шандарахнет. Ты хочешь мою смерть увидеть? Хорошо, ты ее увидишь. В чем проблема? Что за херобора, блин? Там нафиг тупики. Черт, эти провода выглядят опасно. Лучше к ним не подходить.
Может, вот теперь до твоей обезьяны дойдет, что она это. Подожди. Черт, эти провода выглядят опасно. Лучше к ним не подходить. Джордж, я в курсе. Вот серьезно, я в курсе. Серьезно, в курсе. Понимаешь? Слово курс. В курсе. Обосраться просто. Пойдем. Может, в этот раз до тебя дойдет, что нужно сделать, тупая ты овца. Тебе сказали, блин. Что там? Подожди. А, это голый ходит. Ни за что этого не сделаю. Я поздравляю, что ты не сделаешь, но попроси ее поддержать. Подержи рубильник, хорошо? Хорошо. Блин. Да ладно! Серьезно! Она только сейчас поняла, когда скрипт активировался, а можно было это, блядь, раньше сделать, тупая ты овца. Я уже думал, блядь, придется это. Паузу стрима делать. Какого хера? Почему она с первого раза, эта тупая дура, не поняла ни хера? Это реально, блядь, не смешно. Заперта. Дерево разбухло. Ее не открыть. А, понятно. Стоп. Теперь эту херню отодвинуть, правильно? А, ну только так, ну ладно. Спасибо, Джош. А теперь давай выбираться отсюда. А, ты имеешь в виду вот это выбираться, ты имеешь в виду, да? Ну, давай валить. Погнали. Блин, ты серьезно? Анна-Мария, можешь подержать жалюзи? Попробую. Раз, два, взяли. Извини, слишком тяжело. Ну давай, ты будешь держать. Эй, Анна-Мария, можешь помочь с ручкой? Хорошо, Джош. Давай так. Анна-Мария, я долго не смогу их удерживать. Я здесь, Джордж. Куда теперь? В Бруклин, в мой отель. Манускрипт у меня в комнате. И как нам туда добраться? Такси! Да ладно тебе. Поразительно. Здесь же никогда такси не останавливаются. Черт! Плохи дела, Тони! Ты облажался! Нет, не облажался! Может, ты и прав. Я нашел ее сумочку. Теперь мы знаем, где она остановилась. Дебил, мы и так знаем, где она остановилась. Правда, что ли? Тогда ты облажался. Джордж. Посмотри. Уже оценил. Настоящее надругательство над дизайном интерьеров. Я не об этом. Человек рядом со стойкой один из них. Вот так поворот, да? Спокойно, Нико. Вот как мы поступим. Нико? О, Анна-Мария, прости. В общем так, я войду и найду твой номер, а потом впущу тебя с черного хода. Одна загвоздка. Ключ от номера остался в моей сумке. И? И я ее потеряла. А, ну ничего. Я что-нибудь придумаю. Положись на меня. Целиком и полностью. Я бы не стал так обобщать. Так ты в каком номере? В 23-м, на втором этаже. Хорошо. Я проберусь туда и открою тебе окно.
Я буду в переулке. Удачи. У тебя есть мой телефон? Да, не волнуйся. Спасибо, что разрешил позвонить, дружище. Ох, как тут фризит-то. Так. Ага. Нам нужно поговорить с этим мужичком, да? Давай. Сдяривай. Чувак. Прошу прощения, вы мне не поможете? Может, да, а может, нет. Вы дежурный? Я владелец. Альфонсо. Для вас, мистер Альфонсо. Где же дежурная? Прогуливает. Никчемная ленивая девка. Да, то, что все выбирать этими. Мне нужен номер всего на одну ночь. Желательно с видом из окна. Мест нет. Возьми рекламку. Заказывать надо заранее. Какой отель? Мест нет, а так здесь мило, спокойно. Просто праздник. У вас точно нет свободного номера? То есть я лжец? Просто подумал, что вы перепутали данные. Это что, намек на мою дырявую память, а? На мою... как там ее... А мне... Ладно, забудьте. Что? О номере. Нет, мне что, плакат надо вывесить? О номере. Нет, мне что, плакат надо вывесить? Так, ладно. Ладно, вы давно здесь заправляете? Этим местом еще мои предки владели. Есть чем гордиться? Кажется, вы чем-то немного расстроены. Расстроишься тут, когда твоя сотрудница просто встает и уходит. Но ведь теперь вы у штурвала корабля и можете смело вести его в тихую гавань. Я думал, что в Нью-Йорке запрещено курить в общественных местах. Не нравится, что я курю, можешь отсюда проваливать. Проваливать? Мне здесь нравится. Да, интересно. Этот человек, который только что ушел, постоялец? Нет, зашел, чтобы позвонить. Обычно я такого не позволяю случайным прохожим, но этот мне с первого взгляда понравился. Какая неожиданность. Вы такой обходительный, душевный. Что? Эй, как тебе мое изобретение? Да никак. Эйнштейну повезло, он здесь не бывал. Так, ладно, а что дальше? Так, Флайрок он нам дал часы. А в той комнате что? Мужик какой-то. И какая-то закрытая... Не заперта, а что там? А, толчок. Но в толчке у нас ничего особенного нету, да? Ага. Текс. Ладно. Текс. Значит, надо как-то с этим поговорить. С мужиком, да? Извините. Хорошо, хорошо. Деньги ваши, но не делайте мне больно. Я всего лишь хотел задать вам пару вопросов. О, понятно. Я думал, что вы один из этих ужасных бандитов. Одеты вот так? Точно? Они же плохо одеты, не так ли? Ладно, давай поговорим с тобой. Вам нравится гольф? Нет, сэр, вовсе нет. Презренная игра тщеславных златолюбцев. Жалких лицедеев, корчащих из себя сильных мира сего, тогда как истинные корни скрываются в невежественном мраке черни. То есть не фанат. Что ж, сэр, позвольте мне изменить ваше мнение. Это телескопическая клюшка для гольфа, новейшая разработка Stobart Industries.
Прошла пора громоздких сумок. Настал конец эксплуатации детского труда. Просто сложите клюшку и... на поле боя! Настоящая находка для начинающего скептика. То есть для вас. Ничего отвратительнее я не могу даже представить. Будьте любезны, уберите эту ужасную клюшечку. Как будто я могу опуститься до покупки у бродяжки коммивояжера. Полагаю, ваш ответ отрицательный. Да. Забавно, забавно. Вы видели человека, который был здесь минуту назад? Высокий, мощный, хорошо сложенный, такой страшный. Да, по-моему, он подходит под это описание. Может быть, вам известна причина его визита? Мне кажется, он следил за своей женой или, скорее, дамой сердца. Сегодня так много событий. Прямо-таки парад уродов. Да, ты критичный мужик. Критичный мужичок. А что не нажимается-то? Управляющий выглядит так, как будто горчица объелся. В чем причина? Он пребывает в мерзком расположении духа со времен моего приезда. А когда исчезла его сотрудница, он стал совсем невыносимым. Да. Так, ребятушки, сейчас я подойду. Сейчас я подойду, секунду. Секунду, ребят. Тикс, что там про Нью-Йоркский отель? Что вы, человек со вкусом, делаете в этой клоаке? Когда я проверял сайт, там было сказано, что это роскошный пятизвездочный отель. Ясно, что это изощренная афера, жульническая попытка заманить состоятельных людей в этот район города. А потом затянуть их в уже расставленную паутину зла, подтолкнув к преступлению и распутству. Нифига ты, сказанул. Так что же привело вас в Нью-Йорк? Гоголь, Коскоробок, Азарка. А еще? Сухонос, Пискулька, Белошей. Гуси-лебеди. Ансер, Албифронс, Белолобый гусь, Брантебер, Никла, Черная Казарка, Великие покорители океана. Я здесь, чтобы приобрести некоторые редкие акварели, изображающие гусей. Гуси в рамках, а? Явно поинтереснее, чем гуси у бабуси. Текс. Простите за замечание, но вы, по-видимому, немного нервничаете. Во всемирной паутине этот отель обозначен как жемчужина современного дизайна, достойная зависти самого Филиппа Старка. Вы же иного мнения?
Естественно, крысятник, отхожее место, помойная яма. Не удивлюсь, если меня здесь ограбят, похитят или даже... Даже что? Об этом страшно подумать. Изнасилуют, он, наверное, хотел сказать. Но почему вы не переедете в другой отель? Я бы с радостью. К несчастью, маклер, через которого я покупаю картины, был сражен недугом. Единственный для него способ связаться со мной – позвонить сюда. А без гусей я не могу возвратиться домой. Да, искусство требует жертв. Так, ну а теперь мы понимаем, что делать нужно. Так, а где телефон? Стоп. Так, телефон. Спросить у этого, что ли? Эй, оставь окно в покое. Телефонные услуги только для платежеспособных клиентов. Но тот парень им воспользовался. Он мне понравился, а ты ни капли. Ты офигел. Так. А, с туалета, ну окей. Ну давайте тогда попробуем. Заходи. О, дверь сама закрылась, да? Так, стоп, а как осмотреть эту бумажку? Подожди. Рекламка этого ужасного нью-йоркского отеля. Сверху записан телефон отеля. Может пригодиться. Давай. Теперь звоним. Эй, незнакомец. Здравствуйте. Это отель у Альфонса? Так. Здравствуйте. Можно зарезервировать комнату на вечер? Извините, сэр. Свободных комнат нет. Вы уверены? Я могу поспать и в кладовой. Извините, ее только что заняла семья чемоданов. Так, подожди, а что я не сделал? В смысле, а что я не сделал-то, алло? Почему я не могу узнать? Чувак, ты кто? Здра... А-а-а! Ради бога, осторожнее! У меня больное сердце. Простите, я не хотел вас напугать. Что вам нужно? Как зовут тебя? А куда подевалась девушка? Не имею представления. Она была здесь, обслуживала какого-то подозрительного типа. Затем, как я полагаю, она проводила его наверх в его номер. И с тех пор не спускалась. Подожди. Обычно с такими, как он, моя манера общения бессильна. Подожди. Может узнать у этого чувака? Ну... Простите, мистер Альфонсо, уделите мне минутку. Тебе здесь что, постоялый двор? Да что вы, как я мог так подумать? Да в смысле зака... А, вот дежурная, ну-ка. Так что стряслось с вашей сотрудницей? Наверное, пошла делать укладку. Лучше бы вымыла для начала свою дурную голову. Вы само очарование. В нашем деле по-другому нельзя. Так, ладно. Я так понимаю, что доктор... Эй, тебе нужна карта-ключ от номера, чтобы открыть эти двери. Нет ключа, нет входа. Окей, теперь снова поговорить с этим, наверное. Да.
Что вам нужно? О, отлично. У вас есть магнитный ключ для тех дверей? Конечно же, превосходная закладка. Должно быть, мой куда-то завалился. Полагаю, я не могу воспользоваться вашим. Уважаемый, я же вас вижу первый раз в жизни. А вдруг вы собираетесь проникнуть в это здание под фальшивым предлогом? Я всего лишь хочу подняться к себе в номер. Тогда вам следует обратиться к тому омерзительному чудовищу за стойкой. У меня нет ни малейшего желания оказаться вместо вас в тюрьме, особенно если там действительно такой недостаток мыла, как говорят. Хорошая книга? Чудесная. Полет фантазии, волшебный слог. И позвольте предположить, она о гусях? Неслыханно, что она до сих пор не попала в список бестселлеров. Да это просто литературный заговор. Именно. Позвольте представиться. Телвелл Минстер. Джордж Стобарт. Как приятно встретить единомышленника, любителя гусей. Жили у бабуси два веселых гуся. Так, окей. Теперь, наверное, можно позвонить. Сейчас тогда попробуем. Погнали. Отвлечем. Эй, незнакомец. Здравствуйте. Это отель у Альфонса? Отлично. Могу ли я услышать Телвелла Минстера? Да, конечно. Сейчас позову по громкой связи. Эй, Телвелл, тут тебе звонят. Ну, выходи как бы, Стобарт. Да ёпрасы, ты куда-то пошёл? Книга макулатура, а вот карту... Я позаимствую. Вообразите только! Здесь даже по телефону могут обмануть. Даже вас? Как только позвонит мой маклер, ноги моей здесь больше не будет. Ага, ни ноги, ни всего остального. Ты даже не прокомментируешь, куда твоя карточка делась, да? Гениально. Так, ладно. Это не совсем правильно. Давай сюда. Двигай. А чего? Джордж, это я. Ты в порядке? Я застряла на пожарной лестнице. Эти ребята повсюду. Они меня еще не увидели, но это всего лишь вопрос времени. Джордж, ты должен пробраться в мой номер и открыть окошко в ванной. Ладно, держись. Постарайся спрятаться. Не знаю. Это на пожарной-то лестнице? Я здесь торчу, как пень на полянке. Ладно, ладно, я иду на помощь. Так, а что тут? Ничего, совсем? Что? Из подсобки слышен странный шум. Эй, тебе тут делать нечего. Что там за шум? Жуки, они там так и кишат. Жуки? Судя по шуму, они размером с собаку.
Эй, вали отсюда! Да я ищу подходящий отбеливатель, ведь они не все одинаковые. Иди-ка ты в магазин. Тебе уже говорили, что ты приятен в общении? Так. 24-й номер. Не беспокоить. Судя по обстановке, уборщики гостям совсем не докучают. Ага. А где эта вывеска желтая? Ты что там танцуешь, что ли, или что ты там, чувак, делаешь? Подожди. А, вот это? Противно. Однако, может пригодиться. Так. Как-то не хочется рисковать здоровьем. Дядя Стобарт служил дезинфектором. От служебных химикатов ему снесло крышу, а мы думали, что всему виной выпивка. Но при кремации его тела выделилось столько токсинов, что половина города отравилась. Так, теперь обратно идти, да? Погнали, чё, попробуем, чё делать-то. Так. Бесполезно заигрывать с тонкой техникой. Подожди, я дверь хочу открыть, алло. Чё, серьёзно, каждый раз карточкой открывать? Долбанулся. Ну и двери. Я манал. Так, подожди, а можем заранее положить? Это неправильный подход. Эй ты, оставь часы. Да я ими просто любовался. А, так хирург поработал с твоими глазами, да? Что? Пришил глаза на руки, видать. Но я не... О, понятно. Точно? Тогда прочь отсюда. Не вопрос. Так. А как мне тогда жука положить? Я не сделаю этого. Поговори с ним, наверное, надо поговорить. Мистер Альфонсо, минутку вашего внимания. Только быстро. Что за дезинфекцию затеяли наверху? Жуки и точильщики, поразвелось их тут. Глядишь, и сожрут мое наследство. Вон те дедушкины часы просто бесподобны. Да, стоит целое состояние. В следующем году я их продам и куплю домик во Флориде. А кто этот жулик наверху? Это ты так о моем госте? Похож на Элвиса? Так может, это он и есть? Здесь много знаменитостей. Лол. А кто этот жулик наверху? Хотя, судя по твоему описанию, может, просто гость. Весело. А там что за псих? Приехал из Вирджинии. Имел наглость заявить, что на нашем сайте одно вранье. Я бы не возражал, но у нас нет веб-сайта. Он заметно нервничает. Он здесь два дня. Все ждет, что ему позвонят. Говорят, на улице больно страшно. Да, если бы ты тут всегда дежурил, я бы не побоялся убраться отсюда подальше. Так. А что насчет закрытых дверей? Этот город жесток и беспощаден. Прямо как твое лицо. Так. Ладно, теперь можно положить его... Здесь это не сработает. В смысле не сработает?
Значит, подожди. Не стоит этого делать. Смотрите, чем... Здесь это не сработает. Эй, что я тебе говорил насчет стрелок? Ну что, они такие красивенькие, время показывают, а время лечит. Убирайся вон. Может, ему жука показать сначала, блин, ничего не пойму. Мистер Альфонсо, минутку вашего внимания. Только быстро. А кроме поедания древесины, какой вред они наносят? Проникают в твою пищу, запутываются в волосах, шныряют по твоей постели, а главное, их нельзя убить. Ха-ха. Бывает. Альфонсо за это спасибо не скажет. Ха-ха. И что, тебе с ним поговорить? Мистер Альфонсо, минутку вашего внимания. Только быстро. Ну, наконец-то. Мне почудилось, или на часах что-то шевелится? Стрелки, парень. Они время показывают. Разве вы не видите? О, только не это. Что? Жук-точильщик. Нет, мои драгоценные часы. Так, а дальше? Жуков здесь нет. А, в смысле? Да блин, серьезно, еще за одним жуком валить? Народ, ну вы, блин, могли бы раньше предупредить? Это еще и на время. Вот же дерьмо, вот же дерьмо. Возвращаться за еще одним, капец. В смысле, подожди. Фу, какая гадость! Куча дохлых жуков у лестницы. Настоящая резня. Повсюду трупы. Смешались в кучу руки, ноги. Напоминает ту вечеринку, которую Росс устроил к моему совершеннолетию. Черт, его уже скоро из тюрьмы выпустят. Так, подожди. Стоп, а почему больше нету жуков? Я что-то не пойму. Что за бред? Алло. Гараж. Блин, я зажигалку не вовремя взял. Ну вы серьезно? А, так он остался жук. Подожди. Мистер Альфонсо, минутку вашего внимания. Только быстро. Да, еще раз часами отвлеки. Может, померещилось? Но я готов поклясться, что только что видел жука, бегущего по крышке часов. Не шути так со мной, придурок. О, я и не подумал бы. А? Нет! Давай. Зажигалка за стеклом. Да блин. Ну. Что он тут видит? Тут все чисто. Да блять. Эй, я же сказал, нельзя! Простите, я плохой мальчик. Чёртовы паразиты. Да ты издеваешься.
Мистер Альфонсо, минутку вашего внимания. Только быстро. Вот, еще один. Хватит. Да давай. Ну, быстрей, блядь. Есть. Слушай, ты, если ты не перестанешь дергать мое окно, я дерну тебя за... Этого больше не повторится. Дернет он меня. Так, а что там? Что тут еще у нас есть? А, подожди. Да куда ты пошел, Стобарт? Где там ваза или что там? Подожди, это не тут, да? А почему тут объекты не это? А, это, наверное, там, в том коридоре, да? Сейчас, подожди, надо что-то, наверное, подпалить. Так-с. Да, управление тут, конечно, желает лучшего, ну что поделать. Как говорится, по крайней мере, лучше уж так. Манаться со всякими этими. Так, подожди. Где там ваза? Ага, вот она засохшая. Цветы сухие и пыльные. Ага. Давай. Отвернись, чувак, алло. Отлично. Так. Блин, быстрей. Ну. Давай. Ты издеваешься? Ты серьезно издеваешься? Я не успел? Ядрен батон, что за нахер? Чувак, отойди от окна, не то я тебя оттуда выкину. Мне нужен свежий воздух. Ну да, иди тогда, погуляй. Отвернись. Проблемы со слухом, ты! Виноват, что-то слышу плохо. Умник, отвали от окна! Отвернись, идиот. Ну? Ты долго будешь манаться, а? Когда? Ну и сколько тебя ждать, осел? Давай, Джордж, блять. Давай, давай, ну поджигай ты, блин. Моя прическа! Костюм!
Да, двери сами закроются или чё? О, нет. Кто-то выпотрошил сейф. Они забрали манускрипт Анны Марии. И чё нам делать? А, давай, погнали, погнали. Так, ванная комната, это вот, вот это, да? Что это, валяется что-то или мне кажется? Подожди, что это? Ручка с логотипом в виде черной кошки. Ладно. Так, а что делать? Если выключите. При замедлении вентилятор подрагивает. Клянусь, что у этого номера самый высокий в городе показатель смертности. А, кусок веревки, а ну-ка, стоп. Анна Мария, сюда! Ну, ты идешь. Джордж, почему так долго? В веселой компании время летит незаметно. В следующий раз сам будешь на пожарной лестнице дежурить. Неужели? Тогда в следующий раз заплатишь вдвое больше. Так как нам отсюда выбраться? В переулке полно плохих парней. Местный контингент и того хуже. Так, а что с сейфом? О, господи, что здесь случилось? Здесь все перевернуто. А манускрипт? Его нет, он пропал. Я сожалею, Анна-Мария, но обещаю, я что-нибудь придумаю. О, Джордж, все так серьезно. Ну, знаю, да. Знаю. Мое семейство. Понимаешь, мы не богачи. Я потратила много сил, чтобы найти это сокровище. Послушай, если ты расскажешь мне все, что знаешь о манускрипте, возможно, я смогу тебе помочь. Ну что ж, попробую. Манускрипт. Старый пергамент. Текст на латыни. Так, то есть это древняя латинская рукопись, что существенно помогает сузить круг поисков. Я не скажу тебе ни слова, если ты намерен продолжать в том же духе. Молю о снисхождении. Что там еще было? Какие-нибудь особые приметы? Иллюстрации. Прекрасные рисунки. Какие именно, помнишь? В деталях только одну. Необычайной красоты. Красную с золотом. Рыцарь на коне, сражающийся с драконом. Все равно информации недостаточно. Ты мне не веришь, так ведь? Думаешь, я все придумываю? Конечно, верь. Я только не думаю, что смогу помочь тебе, пока мы не найдем манускрипт. Может, тот, кто его взял, оставил какие-то улики? Ага. И все, что нам нужно, обнаружить их. Легко. Эй, это я должен был сказать? Привыкай делиться. С удовольствием. Ты только не волнуйся, Анна-Мария. Я верну твой манускрипт, обещаю. Угу. Если бы, да? Ручка с эмблемой в виде черной кошки. Так, хорошо. Значит, вроде... Больше ничего, да? Так. В
закрыта. Что бы там ни было, это наверняка вредно для здоровья. Я не собираюсь нарушать ничье уединение. Возможно, они снимают номера с почасовой оплатой. Может, имелось в виду в эту дверь или в какую? А ну-ка. Дверь заперта. И в этой чертовой дыре я бы тоже запирался. Подожди, а в какую нам дверь-то? Не понял ничего. В эту, что ли? Паренек, ты тук на ухо. Я хотя бы не при костюме. Ты надо мной глумишься? Да об этом я и мечтать не мог. Так. Может, этот некто, кто бы он ни был, сможет написать код. Эх, завалялся бы у него карандашик. Мечтать не вредно. Ну давай, ручку давай. Может и получится. Кто-то тут шаркает. Снова ручка и рекламка. На рекламке нацарапан какой-то номер. 5837X. Так, хорошо. Мой последний шанс. Номер написан на рекламке. Была не была. Боже мой, ты жива? О, да, сейчас, да, спасибо. Джордж, что произошло? Я искала растворитель. Все, что я помню потом, я тут, связанная в полной темноте. Ты хорошо разглядела того парня, что напал на тебя? Звучит идиотски, но он точная копия Элвиса. Ага, продолжай. И еще у него татуировка. Змея, обвитая вокруг огромной... Разрешите? Держите его! На этот раз тебе не уйти! Так. С бандитами покончено. Однако скоро придется иметь дело со стражами порядка. Нам лучше убраться отсюда. Но куда мы направляемся? К одному приятелю. По поводу твоего манускрипта. Вот и наш друг, да? Эй, рад, что ты нашел время меня навестить. Если найдешь что-нибудь целое, забирай. Решил разрушить все окончательно? А еще лучше поджечь? Вёрджил, ты расстроен. Я вижу. Вот поэтому я и начал с тобой работать. Ты так тонко все подмечаешь. Мы же застрахованы, нет? Мы пропустили платеж, разве не помнишь? Ясно. А что с твоим плеером? С моим бывшим плеером. Лучшая в мире коллекция соула и ритм энд блюза уничтожена твоими дружками. Как мне теперь работать без музыки Мэгги Джей Блайнд, а? Как засыпать без лучших песен Барри Брауна, гиппопотама любви? Подо что мне теперь петь в душе? Это риторические вопросы, понимаю. Это важные и насущные вопросы, между прочим. Я тебе другой куплю. Не получится. Последний тираж, который попал к нам, кто-то украл. Следующий может появиться через много месяцев. Меня могли убить, а Вёрджил только о своем плеере и думает. Мне нужно вернуть манускрипт. Бывает. Так, что тут у нас? Тут вообще ничего, да? Ладно, идемте к столу. К нашему. Что тут? А, вот и сигаретки, да? Давай. Эй, Анна-Мария, это твои сигареты?
Нет, а что? Кто-то обронил здесь пачку. Возьму их на всякий случай. Это может быть уликой. А дальше что? Серьезно? Возвращаться в отель? Теперь бегать по локациям? Ну, в отель нам, походу, возвращаться, да? Так, подожди, а с тобой еще можно поговорить? Вёрджил, пожалуйста. 40 гигов музыки, Джордж, 40 гигов. 4 недели прослушивания. А теперь у меня осталось только радио, по которому крутят кантри. Но кантри — это здорово. Зарываешься, Джордж. Типа, я ненавижу кантри, чувак, ты о чем? Да. Куда дальше? А, вот карта. Отель. Удобно сделано. Тебе лучше остаться здесь. Вёрджил о тебе позаботится. Угу. А потом этот парень подсунул под дверь ручку и бумагу. Он был похож на... него. Вот он, настоящий герой дня! Насчет дня не уверен, а вот за героя спасибо. Послушай, сынок, я героев не люблю. И ты мне не нравишься, так что в следующий раз оставь подвиги профессионалам. Запомню, в следующий раз. И что нам делать? Ну окей, заговори. Извините. А, да, супергерой местного разлива. Я офицер О'Халлоран, а ты кто? Джордж Стоббарт, 2Б2Т. 2Б2Т, ясно. Ну чего надо, двоечник? Да вот, а чуваки? Тот тип, который запер дежурную, у вас есть предположение, кто он? Среднего роста, темные волосы с челкой, немного похож на Элвиса. Да кто угодно! Особые приметы заметил? Ну, да, татуировка. Ага. Слушайте, но у того парня была весьма необычная татуировка. Ну-ну. В виде змеи с огромными зубами, которая обвелась вокруг чего-то похожего на... Выкладывай все на чистоту, парень. Похожего на палку солями. А, ты сказал солями? Да, я так и сказал, солями. Ну, это все объясняет. Серьезно? Серьезно, здесь солями значит только одно. И что же? Гастроном. Что? Шучу. Она означает «Банда Мартино». Вот мой босс услышит об этом. Что, он знаком с бандой Мартино? Гоняется за ними много лет. Интересно. Что было нужно этим людям? Похоже, они пришли за чем-то, что хранилось в одном из номеров. Пустой сейф был взломан, мы сейчас этим занимаемся. Он же был пустой. Чем там заниматься? Еще одна такая острота, и уже сегодня будешь мылиться под тюремным душем! Дерзкий ты, чувак. И что потом? Ну, мы на подозреваемых натравили налоговую, потом расследовали незаконное использование пожарной сигнализации. Сигнализация? А что с ней? Один идиот, одна Д и одна Т, включил сигнализацию. У нас в Нью-Йорке за такое дают пожизненное заключение. Вот я и говорю, разве не дурак? Такс. Спасибо за помощь. И мы направляемся туда, правильно? Туда. Так, подожди. Куда же мне отправиться? Подожди, а почему мы не узнали? А, подожди. Нет, мне нужно еще кое-что сделать.
Да-да-да, сигареты показать. Подожди, я что-то забыл. Так. Извините. Ну? Знаете такую марку? Где достал? О, кто-то забыл их у меня на работе в адвокатской конторе. Местечко в самый раз для курева с черного рынка. Черного рынка? Точно, нелегальных. Их там на лодках в город привозят или еще как. Это все твои приятели, Мартино. Эй, они мне не приятели? Да, верю, у Мартино все приятели сплошь из высшего света. Да. Ясно, и значит, направляться надо потом туда, да? Окей. Куда же мне отправиться? Подожди, в смысле? Не понял. Не понял, а почему не... Или сначала надо... Это странно. Привет, Джордж. А где ты? С тобой можно, типа, поговорить? Анна-Мария, есть минутка? Что тебе, Джордж? Ничего, да? Печаль. А может, с этим поговорить? Слушай, Вёрджил! Оставь меня в покое, Джордж. Не хочу с тобой разговаривать. Ладно, ладно. Он тяжело переживает потерю музыки. Блин, а опять разговаривать с офицером, что ли, или с кем? Куда дальше? Но доки нам не... недоступны, да? Тебе лучше остаться здесь. Вёрджил о тебе позаботится. Подожди, а может с бабой поговорить? Баба что-нибудь скажет? Как ты себя чувствуешь? О, намного лучше, и все благодаря тебе. Я уже решила, что проведу там пару недель. С ручкой и бумагой ты здорово придумал. Я стараюсь. Меня зовут Хуанита. А я Джордж. Красивые руки, Джордж. Такие длинные пальцы. Играешь на рояле? Нет, но немного бренчу на гавайской гитаре. Не сомневаюсь. Ха. У тебя есть предположение, зачем приходил тот тип? Он разыскивал женщину. Сказал, что она здесь остановилась. Как он прошел мимо тебя? Он опрокинул мой лак для ногтей со стойки. А потом отправился следом, когда я пошла взять растворитель. А потом ударил. Осталась большая шишка. Хочешь потрогать? Да я так и представляю. Большие, то есть большая. Ага. Так ты запомнила того, кто запер тебя в подсобке? Я успела отвесить ему такого хорошего пинка, что он еще долго не сможет сидеть. Бывает. Расскажи мне что-нибудь. Почему ты здесь работаешь? Однажды Альфонсо подавится своей последней сигаретой, и это местечко будет ждать нового хозяина. Угадай, кто это будет? Как ты работаешь с таким типом? У меня была работенка и похуже. Альфонсо вполне ничего. Ага, пока с ним не заговоришь. Да кому это в голову придет? Почему он такой хам? Если бы ты 30 лет курил, ты бы тоже перестал себя контролировать. Так. Спасибо за помощь. Может, реально еще раз с полицейским поговорить? Извините меня, офицер О'Халлоран. Да, мистер Стоппард. Да, местоположение, скажи, пожалуйста. То есть тот тип был из ребят Мартина? Верно. А сигареты контрабандой переправляют в город по воде? Верно. Значит, у Мартина есть берлога около доков? Верно. Надо почаще играть в такую игру. Вниз по Ист-Ривер у них есть старое здание. Абсолютно легальный мясокомбинат мамы Мартино. Не подкопаться.
Думаю, настало время прогуляться до доков. Такс. Спасибо за помощь. Теперь можно, отлично. Теперь мы можем туда прогуляться, да? Наконец-то. Куда же мне отправиться? Туда. Мясокомбинат Мартино. Манускрипт может быть где-то внутри, но чтобы знать наверняка, мне надо все осмотреть. Нифига себе. Большая территория. Интересный поворот. Дикс. Приветствую. И вам не хворать. Меня зовут Чико Горелла. И управляющий этим магазином. Он принадлежит мясокомбинату мамы Мартино. У нас широкий ассортимент элитных салями на любой вкус. Салями Милано и Романо. Салями Ди Кошкаро и Де Собакко, салями Муссолини и новинка, салями Матерацци. Выбор так огромен, что лично у меня уже в глазах рябит. Шучу. Может, господин ищет нечто эксклюзивное? Что скажете о палочке пикантной 28-летней, выдержанной по секретному рецепту самой мамы? Спасибо, но нет, я вовсе не гурман. Ты что? Не ешь салями? Нет. И даже не пробовал? Пока нет, но я работаю над этим. Никогда в жизни? Да, шучу. Я просто фанат салями. Я могу жизнь отдать за салями. Салями – моя страсть. Ты мне нравишься. Юморист. Что-то мне знакомо твое лицо. Тебя по телеку показывали? А просто у меня типичная внешность. У меня отличная память на лица. Так что я вспомню. Юморист. Вот так юморист. Да здесь широчайший ассортимент салями. Все потому, что у мамы Мартино множество рецептов. Это, например, из кабана. Дикого? Уже прирученного. Прикол старый, но до сих пор смешно, да? Почему салями Мартино такие особенные? Лучшие и свежайшие ингредиенты. И рецептура, которую держат в секрете. Да. Какой вид салями ты бы порекомендовал мне? Я понял это, как только ты сюда вошел, мистер. Классическая пикантная аккурат для тебя. В мире салями это предел. Не плюс ультра. Здорово, латынь. Я впечатлен. Понимаешь, классическая пикантная изготавливается исключительно из нежнейшего мяса. Обескровливание туши занимает целых 3 дня, и все это время ее отбивают. О, правда? И чем же? Бейсбольными битами. В любом случае, когда мясо готово, патрон перемалывает его собственноручно. За один раз мы производим 50 палок с салями. В каждый магазин в качестве эксклюзива попадает по одной палке. Это моя единственная 28-летняя классическая пикантная. И стоит она дешево. Ничего себе! Представить, что этой палке колбасы 28 лет? Сбрендил! 28 лет возраст сырья!
О, понятно. Хм. Да. Давно ты здесь трудишься? Сколько себя помню, эта лавка принадлежит семье долгое время. То есть ее владельцы твои родственники? Нет, 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 я же сказал, семья. Семья. Ага, понятно, ну конечно, семья. Чудак какой-то, что он несет? Тогда почему ты работаешь здесь, в колбасной лавке? Во-первых, и главное, я люблю салями. Во-вторых, и второе по главности, если бы меня здесь не было, как бы я смог явить столь многим людям свою любовь к салями? С таким же успехом можно было бы искать аудиторию глубокой ночью под мостом. Такс. Мне кажется, ты мало что видел в жизни. Почему бы тебе не передохнуть, посмотреть мир, уйти на покой? Не ты уходишь от мамы Мартино, а мама Мартино уходит от тебя. Да. Понятно. Значит, ничего больше интересного ты нам не скажешь, да? Чего? Опять голуби? Подожди, а там есть что-нибудь? Или там тупик? Там склад и тупичок, да? А нам нужен воротничок. Так. А, вот и какой-то чувак. Эй, ты, куда направился? О, здрасте. Я тут недавно. Где твой фартук? Я его забыл. Ерунда, я возьму новый внутри. Ну уж нет. Нет фартука, нет входа. Это как-то глупо. Таковы правила. Вход без фартука запрещен. Интересно. Привет, приятель. Куда путь держим? Я собирался всего лишь проверить температуру в грузовике. Я же тебе сказал, утром фартук, днем работа. Но я забыл его дома. Я всего лишь хочу подзаработать деньжонок для своей бедной голодной семьи. Тогда тебе лучше сейчас же отправиться за фартуком. Жестокий, бессердечный тип. Вот ты кто. Понятно. Стоп, а что там? Заперто. Мудро. Однако поди угадай, кто же явится по твою колбасу. Ага. Без полного защитного костюма я к этим бакам не притронусь. Подожди. И как нам тогда? Просто послушать разговор или чё? Стоп. Или с чуваком поговорить? Куда ты, Джордж, отправился? Дай мне с чуваком поговорить, алло. Подожди. Так. Привет, я Джордж. А мне-то что за дело? Очарователен. Ага, а я тут стою, чтоб с тобой трепаться. Чё надо? Послушай, мне на ранчо 5 детей, и всех надо прокормить. Малыш Тимми чахнет на глазах. Мне нужны эти деньги. И ты послушай, парень. Нет фартука, нет работы, нет зарплаты. Все просто. Ну ты-то не носишь фартука. А я что, таскаю тут мясные туши? Разве нет? Я что, делаю салями? Да нет. Заруби себя на носу. Пока нет фартука, нет работы. Ну ладно, смысл понятен. Где мне найти знаменитую маму Мартино? Когда я смогу ее увидеть? Ты что, сбрендил? Мама уже 50 лет как нет. Упокой Господь ее душу. О, прошу прощения, я и не знал. А кто сейчас вместо нее? Босс Штырь Мартино. Разве тебе не сказали об этом, когда брали на работу? Ну тогда я слишком сильно волновался. Это многое объясняет.
ты знаешь Чика из магазина? Что он за человек? Старому козлу недолго осталось спастись. Он выжил из ума. Только ему этого не ляпни, а то он в гневе страшнее быка. Окажется, что и мухи не обидит. Ага, его предыдущий подручный тоже так говорил. А потом попросил у Чика сигаретку и... Трындец! Трындец? Трындец! Только через месяц мы нашли собачью миску с галстуком того парня. Ничего себе. Шучу, малыш. Очень смешно. Может, договоримся насчет фартука? Могу посодействовать. Я хорошенько отметелю тебя, втопчу в грязь, как жука навозного, чтоб ты остаток ночи провел в больнице. Да, ты немного слов знаешь, но это звучит исчерпывающе. Лучше не умничай. И что нам тогда делать? Не пойму. Неужели чуть-чуть застряли, а? Да, было бы все так просто, но на самом деле нихера не просто, да? Ладно. Реально, еще так камера поворачивается не очень. Вообще капец. Так. Тут вообще никто практически не говорит. Че, ты еще что-нибудь скажешь, нет? Эй, Чика, я тут подумал, может, ты сможешь мне помочь? Легко! Если только это не заказное убийство! Шучу, шучу! Подожди. Вам нравится гольф? Да я сроду с клюшками не дружу. Как ни стараюсь, я по мячу не попадаю. С бейсбольной битой ничто не сравнится. Да ладно, учиться никогда не поздно. Позвольте представить новинку от Стопорта. Складную клюшку для гольфа. Складную может и сгодится. Правда, если говорить о складных моделях, я бы предпочел ножик. Ножик? Прошу прощения, увлекся. Клюшка прекрасная, необычайно. И чё? На витрине полно колбас. Я никогда не думал, что на свете столько видов салями. Придумав несколько рецептов, зачем продолжать изобретать новые? А они все разные, что ли, или что? На витрине полно колбас. Подожди. Да вы серьезно, а что делать-то? В натуре. Это не сработает. А что тогда делать? Не пойму. Серьезно, я застрял? То есть я на этом моменте не пойму делать, как добыть что-то, да? Прекрасно. Просто прекрасно. Офигенно.
клёво, непременно. Да, супер. Ох, блин, я даже не знаю, смогу ли я сейчас глянуть. А, блин, а могли бы раньше сказать, нет? Твою мать. Так. А, он курить же любит, да, или нет? Подожди. А ты не в курсе, что это за сигареты? В курсе? Это неземной кайф. Лучший итальянский товар, который только можно купить за деньги. Нравится мне это название. А мне-то уж как. Жаль, в этой стране их достать трудно. Улавливаешь? Да уж, не дурак. Покуришь одну такую малютку, и все, с ангелами беседуешь. О, да. Что ты хочешь за эту пачку? За эту пачку хочу жвачку. Так. Понятно. Тогда я даю тебе пачку сигарет, а ты мне палку пикантной салями. Колбасу на сигареты? Это интересно. По рукам. Вот тебе палка классической пикантной. Спасибо. А вот твои итальянские сигареты. Держу пари, тебе не терпится закурить одну из волшебных палочек прямо сейчас. Спрашиваешь? Но если я покину свой пост и что-нибудь случится, мне вовек не рассчитаться. Надо подождать, пока никого не будет поблизости. Чика получил, что хотел. Мне же осталось затаиться, наблюдать и ждать. Так. А-а-а, серьезно? Так, стопэ. Шички. Ну? Ты пойдешь, нет? Курить. Каких грудоящиков, я не пойму. Где там грудоящиков была? Каких груда ящиков, я не пойму. Тут ящиков-то никаких нет, алло. О. Стоп, он свалил. Надев фартук, я бы смог свободно передвигаться по зданию. Приходится прибегать к крайним мерам. Отлично. Так. И что нам дальше делать? Так. Чего? Погнали, чё. Так ты нашел свой фартук? Да, чувак, нашел. И что это такое? Покрывало, ну да. Это что, есть задний двор, что ли? Серьезно? Он убежит. А? Странно.
Это звучит моя любимая ария. Но откуда звук? Так, так, так. Пусто. Только считывающее устройство. Интересно. Так. Устройства всякие. Но здесь у нас практически ничего нету, так? А, вот задний двор. Я слышу музыку. Но откуда доносятся эти звуки? Ага. Так, задний двор, это понятно. А где там ключи на этом? А, вот они, фу ты. Я бы их и не заметил. Эти ключи. Так, подожди. Ключ подходит к автопогрузчику. И что это нам дало? А, зеленый мусорный бак подтолкнуть. Сейчас, подожди. Где там мусорный бак? Вот он, да? А, с другой стороны, что ли, подтолкнуть? Подожди. Давай, еще раз толкай. Все, он присобачился или нет? Подожди. Что, типа, теперь можно забраться, что ли, или что? А-а-а, или нет? Подожди. Ну? И теперь какая-то гадюка пытается заверить меня, что во всем виноваты мои парни. Да каждая собака знает, что мои ребята лучшие, не так ли, достопочтенный? Мне так сказали. И потому-то вы наняли меня. Несомненно. В любом случае, Тони уже начал коченеть, так ведь, парни? Так точно, мистер Мартино. Я думаю, он давно здесь болтался. В смысле, до того, как ему подвернулась другая работенка. Вы такой юморист, мистер Мартино. Ясное дело, плюйте в мою жену, но не трожьте мой бизнес. Это очень личное. Так что, как бы то ни было, достопочтенный спалачи, но факт налицо, манускрипт целости и сохранности. Подшит под буквой НН, значит, найденное. Умно, а? Уж лучше, чем Н, неудачники. Как вы думаете, или Г, Гаротта, или П, повесился? Очень смешно, достопочтенный спалачи. Очень смешно. Мне нужно заставить этих ребят уйти отсюда. Mm-hmm.
Так, ну погнали тогда искать другой выход. Так. Это где может быть? С другой стороны, что ли? А ну-ка сейчас. Это что ли котельная вот это? Не пойму. Походу, что да. Ручка очень горячая. Мои пальцы чуть не расплавились. А ну-ка, подожди. Отлично. И что это нам дало? Что? Мясной жир отвратителен. Мне понадобится хозяйственное мыло, чтобы свести эту гадость. И что делать? А, да. Я почти не чувствую жара. Ой, подожди. Назад вернулся сюда, да? Да ёпарас это. Ну. Капец, ну и геморроя тут. В игре. Не сочтёшься. Текс. Там. Давай, Стёби. Стёбальт. Делай как нужно. Так. Я не туда, по-моему, да? Нам же снова на погрузчик зайти надо, да? Или как? Или я опять путаю? Алло. Заберись. В вентиляционном люке тлеет дерево, но лишь немного дыма попадает в комнату. Нужно больше. В смысле, больше это как? Блин, с таким управлением добраться до туда будет реально проблематично нафиг. Лед собирать. Ёпарасоте. Погнали. Да ёпарасоте. Давай, Джордж. У нас времени вообще в обрез. Давай, погнал. Да блин, Джордж. Давай.
Ну, быстрей. Давай. О, этот дым! Как не любить его? Дух Неаполя, явленный салями. Кто бы мог подумать? Эй, хорошенького понемножку. Может, нам пойти в клубы, отпраздновать нашу маленькую победу? Пойдемте, ради всего святого. Эй, Тони, как висится? Заканчивайте, ребята, и айда домой. А что насчет новенького? Какого новенького? Пацан только что начал. Да и хрен с ним, не подохнет же он от голода. Штырь со свитой, кажется, уходят. Это мой шанс добыть манускрипт. Так, стоп, подожди. В смысле не туда? А куда надо было идти? Серьезно? Сюда? Стоп, подожди, это котельная. Бля, в котельную, наверное, не надо. Бля, подожди, а куда тогда? Штырь и остальные очистили помещение. Но каким образом? Все завалено деревянными ящиками, а выход только один. Так, подожди. Понятно. Так. Где там это? Нажать кнопочку у свиней, наверное, или где? Так. Где там кнопку нажимать? Здесь, что ли? Господи, это должно быть Тони. Похоже, еще один удачный год для производства классической пикантной. Да. Печально. Не повезло мужику. Да. Мне ужасно не хочется этого делать. Но выбора нет. Да! Электронный ключ. И, наверное, там подвох какой-то, да? Тикс. Подвох, ребята, он есть всегда. Так, подожди. Давайте пробовать. Хвала небесам за эти потайные двери. Нам наверх? Пули наверх. Так. Капец, тут камера неудобная. Обосраться. Так. А чё нам теперь-то делать-то? Допустим. Так.
запирать ящики даже в потайной комнате. Либо здесь хозяйничают параноики, либо эти ящики — имитация. То, что завернуто в этот носовой платок, должно быть кому-то очень дорого. Какой кошмар. Это же фото Люси Чу, старлетки из фильма «Не зная страха». Девица ничего, но такого трепетного отношения явно не стоит. Ну ладно, а дальше что? Сейф заперт, и так тщательно, что открыть его невозможно. Даже опытному домушнику пришлось бы тяжко. А здесь что-то есть? Они под замком. Их не открыть. Так. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Так, подожди. Это сейф, где Штырь держит манускрипт Анны Марии. Замков тут как в банке. В жизни не видел столько замков. Как мне пробраться внутрь? Выхода нет. Придется брать на абордаж. Я это понял, что ты это комментируешь. Стоборд. Так, подожди. А, понятно, вернуться назад. Ну давай. Так. С ТП-шечки. Спускаемся. Ну, стоборд, ну куда ты валишь? Сюда. Стоборд. Сюда. Так. Ключи достать из погрузчика. Да я сказал. Да ключи, алло. Не могли бы раньше меня предупредить, что это так работает. Так. В огромную мясорубку, это что? Это мясорубка? Подожди. Я вставил ключи обратно в костедробилку. Так, а где у нас мясо лежало? Ох, это аж туда валить, что ли? Подожди, котельная, точно. Давай. Так, сюда. 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 Да, мысль я уловил. Сюда. Платок. Кусок. В смысле?
Ей так по уши в этой пакости. Больше измазаться уже не получится. А, подожди. Это пятно теперь не вывести. А, под колесо сейфа, ну давай. Где там это? Блин, ну это лишняя беготня, это, конечно, вообще кошмар. Бегать по 100 раз вот по этим локациям нету особого какого-то удовольствия, кайфа. Геймплей тут раздражающий местами, конечно. Вроде как интересно, даже вроде как интереснее третьей части, как по мне. Так. Может, жир с носового платка поможет колесикам закрутиться? Колесики сейфа заржавели и не крутятся. Нужно немного масла или жира. Все, сейф смазан и готов к маленькой прогулке. Ну давай. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Все, сейф смазан и готов к маленькой прогулке. Подожди, но ты же сам сказал, что он готов. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Стопорт, я понял, но почему ты... Ну... Все. Сейф смазан и готов к маленькой прогулке. А как я его вытолкну, алло? Ты же типа не хочешь его выталкивать. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Ты дебил, я это понял, алло. Ну. В смысле? Что за прикол, алло? Сейф смазан и готов к маленькой прогулке. А чё у меня? Выхода нет. Придется брать на абордаж. Это сейф, где Штырь держит манускрипт Анны Марии. Готово к действию. Да нифига не готово, подожди. Платок безнадежно испорчен. Такие пятна не выводятся. Все. Сейф смазан и готов к маленькой прогулке.
Выхода нет. Придется брать на абордаж. Ну и чё ты его на абордаж не берешь? Я чё-то ни хрена не понимаю, Стобарт. Чё за хрень? Да я понял, что его нужно. О, блин, это какой-то кирдык. Чё за фигня? Вот реально. Ну. Всё. Сейф смазан и готов к маленькой прогулке. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Ну. Ничего не пойму. В смысле, маловато, что ли, пропиталось? Еще нужно? Я что-то ничего не пойму, отвечаю. Может, реально маловато пропиталось? Подожди. Кошмар. Так, ну, про эту херню я и так понял, в принципе. Так. Чё тут? Сидеть на том стуле я не собираюсь. Угу. В смысле, а я вообще тем пропитал или нет? Надеюсь. Угу. Окей, ладно. Может, еще раз пропитать как следует. Я уже испортил платок этим жиром. С платка хватит. Я уже испортил платок этим жиром. С платка хватит. Блин, ну вы серьезно? А как это пройти? Что со скриптами не так? Ничего не пойму. Это реально уже проблемы скрипта, это уже не моя проблема, потому что я... Двинуть я его не могу. Значит, остается идти туда. Наверх. Да, я, конечно, все от игры ожидал, но чтоб прям такого, это, конечно, обосраться. Не в хорошем смысле. Это сейф, где Штырь держит манускрипт Анны Марии. Готово к действию.
Чё ты гонишь, что готово? Всё, сейф смазан и готов к маленькой прогулке. Но ты же сказал, что готов. Выхода нет. Придется брать на абордаж. Блин, я понимаю, ты идиот. Какого хрена он его не выбрасывает? Выхода нет. Придется брать на абордаж. Прекрасно. Прикольно, у нас, походу, что-то случилось со скриптом, я не знаю, или что, что он просто не хочет его. Да. Ладно, в принципе, мы на этом моменте остановимся. Я не знаю, как мы эту проблему решим по поводу сейфа. Что-то вообще какая-то хрень получается. Но получается, что получается. В общем, наверное, первое прохождение будет маленькое, небольшое. Вот такое вот вступительное. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем до новых встреч. До Брокенсворда и так далее. Всем всего хорошего и всем пока-пока.